almost 3 years, I think. Thank you for your time. There's a lot. Послушайте, но вы нет. У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы. Ну, хорошо, знаем, нас в чем-то только не обвиняли. В вмешательстве в выборы, еще там в кибератаках и так далее. Причем ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства. Просто голословное обвинение. Я удивлен, почему.